Сергей Зверев заявил, что София Ротару снова вышла замуж. Стилист сообщил о радостном событии в жизни певицы. Во время встречи с поклонниками он проговорился о тайной свадьбе Софии Ротару. Сама артистка пока никак не прокомментировала данную информацию. Певица София Ротару имеет безупречную репутацию. Звезда была замужем за Анатолием Евдокименко более 40 лет, а после его смерти в 2002 году неоднократно признавала, что больше никогда не сможет полюбить. Однако Сергей Зверев придерживается совершенно иного мнения. Во время встречи с поклонниками стилисту задали вопрос о женщинах, с которыми он мог бы начать отношения. В списке кандидаток оказалась София Ротару, вот только мужчина поспешил подчеркнуть, что сердце артистки не свободно. Разумеется, слова стилиста шокировали и его, и ее многочисленных поклонников. Дело в том, что София Михайловна ни разу не появлялась на людях с другим мужчиной. После смерти мужа артистка выходит на красные дорожки лишь с сыном или любимой внучкой. Отдыхать звезда также предпочитает в компании родственников.